Курочка, друзья. Курочка, симпатичная ласточка. Так. Мы с вами находимся на ферме. Называется Homeless Garden. Yeah? Is it the right name? Yeah. Homeless Garden Project. Yes. Would you say a couple of words? Just yes. What the project is about? Welcome to the Homeless Garden Project. We provide a transitional job for 15 homeless people. 15? 15. And they are paid employees of the farm, minimum wage in California, 20 hours a week. So this is a job to get healthy, to get counseling, to work in the soil, and to heal. So we find that healing, horticultural therapy, is a tool that you use to help yourself heal from the traumas of life. Any health insurance? Or? For here, there's no company health insurance. Okay. But there is, of course, state disability insurance is always paid on the payroll, and Social Security. So those insurances are in effect. So it's available. Yeah. Okay. Thanks. Так, я расскажу, если кто не понял, или кто-то еще не был здесь с нами раньше в прошлом году. Это ферма, где 15 человек бездомных. Им для них созданы рабочие места. Они могут не только здесь работать, там вот есть места, где они помыться могут и просто прийти покушать. Ну вот те, кто хочет вернуться к жизни, те сюда придут. А мы вот идем с вами на клубничную грядку. Вот эти 6 грядочек, они тоже с клубникой. Ой, какие курочки там ходят. О, Господи. Да. Вот эти 6 грядок, это прошлогодняя клубника. Тут тоже, в общем-то, ягоды есть. Нельзя сказать, что ягод нет. Можно сказать, что они круглый год тут так или иначе присутствовали. В небольших количествах, безусловно. Но да, были круглый год. Мы заходили даже пару месяцев назад, где-то в феврале, и были ягоды. Вот. А вот это, вот видите, пограничная грядка. И вот уже пошли ягодки этого года. Сегодня апрель. Второе, третье, Свет? Второе. 2 апреля сегодня, друзья. 2 апреля. И вот у нас пошла клубничка. Тут все цветет. Крупные ягоды, я вот вижу сейчас. Не крупные, но они, наверное, еще не сладкие. Ты не представляешь, вот крупные какие вот тут. Они шикарные, но они шикарные. Не сладкие. Понимаешь, они еще полусладкие. Ты знаешь, надо попробовать. Я специально, друзья, набрал бутылочку с водой. И мы сейчас, вот, у нас гости. Мы все собираем ягодки. Сейчас мы их попробуем. Вы видите, друзья, ягодки. Вот они тут растут. Хорошие, большие, сладкие. Да. У меня лично в сознании это даже как-то перекликается, вот знаете, с Портнов Computer School. Вроде бы, что общего между клубничкой органической 2 апреля, самособранной, и Портнов Computer School? И то, и другое, как бы своеобразный формат такой, того, что называется «жизнь удалась».